Всем доброе утро. Сегодня у нас суббота, 6 марта. У меня выходной день. Такая чудненькая погодка у нас. Минус 10. Мороз и солнце, день чудесный. Подмосковье. В ближайшем к Москве. Ой. Время 7:30 утра. А уже почти 8. Проснулась 7:30. Пока встала туда-сюда, уже 8. Так, сейчас варю кофеёк. Так, сейчас сварим кофеёчку, попьём. Так. Что там говорить, что пора вот это все снимать? Ну, думаю, что да. Но гирлянду пока оставлю до конца зимы, пока снег не растает. Так, поснимала новогодние украшения. Видите, там минус 10. Видно вам, нет? Минус 10. А небо какое голубое, красивое сегодня. Да уж, окно не будем открывать. По понятным причинам. Вроде только она-то только выздоровела. Неделю назад болела. Да, уже неделя прошла. Даже больше. 8-й день сегодня. Как говорится, уже получше. Намного лучше, так скажем. Просто я не выспалась. Ну, как, не выспалась. Не то, чтобы не выспалась, просто только проснулась. Поэтому такой голос немножко неокрепший. Сейчас кофейку попью, и жизнь наладится. Собирались сегодня в кино пойти, но, скорее всего, не пойдем, потому что на улице очень холодно, минус 10 для прогулок, если только на машине съездить по-быстрому. И то, наверное, лучше мне дома отсидеться сегодня, потому что завтра рабочий день, воскресенье, завтра работаю, причем воскресенье у нас теперь допоздна. До 9 вечера, так что надо сил набираться на длинный рабочий день. Поэтому лучше отсидеться дома.
Всем добрый вечер. Время уже позднее. 10 часов вечера. Жарю котлеты. Так, получилось 15 штук. Завтра возьму с собой на работу одну штучку с чем-нибудь, с картошкой, например. Завтра длинный рабочий день. Еще бутербродики с колбасой возьму. Так, котлеты из свинины, из шейки. Ну, на одну сковородку, естественно, не поместились. Можно было, конечно, половину убрать в морозилку, разделить на два раза. Ну, ладно. Если учесть, что через неделю пост начнется, то, в общем-то, можно и котлетками побаловаться. Они у меня не сгорят. Сейчас маленько обжарятся. И я их накрою крышкой. Я вообще, как говорится, не собиралась готовить сегодня. Но потом подумала, а что я возьму завтра на работу. И приду я завтра поздно, завтра... Если я не приготовлю сегодня, значит, завтра я, ну, приду с работы где-то 10:30 ночью уже почти. Тем более ничего не буду готовить. Так, ну ладно. Я так думаю, что их можно уже убавить и накрыть крышечкой. Они уже обжарились. Достаточно. Так. Такая крышка большая. Так, убавляем. И накрываем крышками. Все. Ну, я уж туда водички не буду наливать. Потому что это будет не очень. Может быть, конечно, их можно и не накрывать. А вот, мне кажется, в духовке можно было котлеты довести до ума. Но это долго. У меня, во-первых, в духовке сковородки хранятся. Это надо все оттуда убрать, выгрести. В принципе, можно было заливку сделать, томатную пасту там, но это обычно для тефтели делают, а у меня же не тефтели, у меня котлеты. В принципе, их можно было обжарить, сложить в такую формочку, залить вот этим соусом томатным и духовку. Кстати, было бы классно. А тефтели чем от котлет отличаются? Никогда не делала, надо в интернете посмотреть. Тефтели, они чем от котлет отличаются формой? Они круглые или наоборот они кругленькие, как колбаски? Или они с рисом? Нет, с рисом, по-моему, ежики. У нас в детском саду такие давали. Когда я работала в детском саду, детям давали ежики, там фарш с рисом. Так, ладно, если будут гореть, еще убавлю. На 1,8 поставила. На двушку вроде много. На 1,8. Так, ладно, ребята. Наверное, сейчас еще раз переверну котлетки и еще убавлю. В общем, всем пока. Завтра я снимать ничего не буду, скорее всего. Всем пока. До 8 марта.